Ёжики, как домашние животные, в последние десятилетия стали очень популярны. Поэтому неудивительно, что появился даже отдельный вид ежей исключительно для домашнего содержания. Об африканских карликовых ежиках разговариваем с заводчицей Яной Зеленко. Я ежиков люблю за их красоту, за их необыкновенность, за то, что все-таки ежики живут чуть больше, чем многие другие мелкие домашние животные, такие как хомячки, крысы и так далее. Вот, за то, что ежики, в принципе, достаточно ручные, очень просты в уходе, ну и, в принципе, очень интересные и малозатратные, скажем так, животные. Они отличаются и размером, они отличаются и своим образом жизни. Если лесной ежик обыкновенный, он кладется в спячку ежегодно, то африканские ежи никогда не кладутся в спячку, у них этого нет. И из-за этого, конечно же, нужно ежикам африканским поддерживать немножко другой температурный режим жизни. Он должен быть комфортным, вот как для нас, желательно еще чуть выше даже градуса, да, там 25-27, там, вот такие вот градусы. Поэтому для них либо создаются более теплые условия, коврики, там, подсветки, ну, специальные для обогрева. Ну, я не думаю, что можно лесного ежа приучить быть настолько ручным, настолько преданным и где-то даже узнавать своего хозяина, как это можно сделать с африканцем. Когда становится уже хорошо светло, тогда ежики хотят лечь спать. Вот. Когда начинается темно, они выходят из своих домиков, и у них начинается все самое интересное. Они бегают по колесу, у них начинается активное питание, активное движение. Без колеса ежик африканский жить не может, потому что все-таки он не в лесу, и у него нет таких возможностей, да, для передвижения. Но для хорошей кондиции, чтобы у ежика не было излишнего, скажем так, ожирения, да, там, лишнего веса, чтобы он себя хорошо чувствовал, чтобы у него ножки не болели, ему нужно, конечно, двигаться, как и любому другому животному. Поэтому для таких ежиков вот в искусственной среде дают колеса беговые, и они по ночам бегают, что, в принципе, не доставляет для человека никаких неудобств. Если колесо хорошее, качественное, оно не скрипит, то вы его все равно не услышите. Они не топают абсолютно, потому что они, как правило, живут у нас на либо это опилки, либо древесные пилеты, либо другой любой наполнитель, возможно, бумажный, прессованный, не прессованный, есть разное. В принципе, это все на мягком. И в условиях своего вольера, клетки, контейнера или где еще они могут жить у вас, у него нет таких больших масштабов, чтобы он мог просто бегать, там, наяривать круги, чтобы это было слышно. То есть вся беготня происходит в колесе фактически. Нет, нельзя категорически. Ни молоко, ни молочные продукты, ни кисломолочные, ничего, ни сыры, ни творога, ни вообще ничего нельзя. Абсолютно запрещено. Африканцам дают сухой корм для котят. Он должен быть обязательно самого наивысшего качества, супер-премиум класса, либо холистики. Именно для котят мелкие, то есть самые мелкие гранулы, это, скажем так, корма, которые, как правило, стоят всегда в домике, да? Но дополнительно, естественно, необходимо давать насекомые. Это могут быть и зоофобос, это могут быть и сверчки, и другие насекомые. Они могут быть как в живом виде, так и в замороженном. А также они с удовольствием кушают мясо, либо это очень мелко нарезанное, либо фарше. Мясо идет не жирное, то есть не свинина, а говядина, либо курица. Также с удовольствием они кушают яйца. Это могут быть и куриные перепелины, и сырые, и в вареном виде, в любом. Ну, можно пробовать давать овощи, фрукты, ну, скажем так, далеко не каждый ежик вообще к нему подойдет, к овощам, фруктам. То есть это такое редкое явление, когда какой-то ежик вот такой гурман, что он хочет это скушать. Знаете, скорее нет, чем да. То есть это очень-очень редкое такое явление, чтобы ежик мог укусить.
Единственное, когда он пробует на вкус что-то новое, либо ваши руки до этого были чем-то пахли, чем-то смазаны, да, или что-то вы до этого трогали, такое, то, что ежик до этого не видел, не слышал и никогда не чувствовал этого запаха, он будет лизать пальцы ваши. И может прикусить, но это не с целью вас укусить, это после того, как он пробует новый продукт, либо питание, там, либо какой-то другой продукт на ваших руках, либо вот где-то, где он бегает, после этого он начинает на себя накидывать на спину пену языком. Он высовывает очень длинный у них язык, и он накидывает на кончики языка себе пену вот сюда, вот на вот эту вот часть верхнюю, да. Это для того, чтобы этот запах для него уже не был новый. Он так привыкает и знакомится с новыми запахами. Поэтому, скорее всего, все это сделано только для этого. Вот. Но конкретно укусить с целью обидеть у них не бывает. Ну, здесь, конечно, кто каким временем располагает, но по большому счету, конечно, ежик такое же животное, как и кошки и собаки, и все равно ему нужно уделять внимание. Его нужно брать на руки, с ним нужно общаться, они очень любят купаться, очень любят бегать по квартире, там, ну, только все под присмотром, конечно. Если вы не будете брать своего питомца в руки, ну, он может одичать, он может стать неручным, он может вас забыть, скажем так, и не быть таким, понимаете, покладистым и таким, как бы вы хотели его видеть. Поэтому любое животное, конечно, оно требует внимания и требует ласки. Скажем так, совет такой. Выбирайте ежонка тщательно. Всегда смотрите на заводчика, всегда смотрите, где, в каких условиях живет, чем питается ежонок, потому что есть недобросовестные заводчики, которые кормят низкопробными кормами, что очень сказывается на здоровье, вот, и также экономят на насекомых и так далее. Что касаемо питания, ну и содержание ежонка, где, в чем он, в каких он условиях. Если у производителей, то есть вот, скажем, у матери, да, ежат, есть ли у нее колесо, достаточно ли у нее места, на каком наполнителе, есть ли у нее домик. Если хорошо живет мать, скажем так, да, в достойных условиях и хорошо выращены ежата, и это видно, по ним это тоже видно, в принципе. Подпишись на мой канал, и ты узнаешь все о воспитании собак и кошек. Я рассказываю про разные породы и помогаю выбрать питомца именно для тебя. Со мной в команде работают ветеринарные врачи, кинологи, грумеры и даже зоопсихологи. Подпишись!